Thank you.
Yeah.
Работать, все так.
готовим ракеточку. Не готова она. Чуть-чуть подустали, но жила падает очень сильно. Ничего страшного. Просто готовим ракетку. Говорю, готовим ракетку. Ой, ноги, концентрация. Первый хороший удар. Если он вам делает еще лучше, тогда еще быстрее, значит, надо. Быстрее. Быстрее. Умничка. Умничка. Вот на самом деле, почему ошибся, да? Потому что вы чуть-чуть быстрее сыграли. Ой-ой-ой, не торопить. А вот здесь надо паузу и контролировать. Ой, молодец, но все равно далековато. Если для себя тяжело было оттуда вытаскивать. Я бы хотел удар впереди больше себя. Зачем замах? Вот здесь надо было просто подставить. Ему тяжело играть. Вау, да, жестко. Мы даже на у меня было с 9 до 11. Там трое не пошли на 7 утра. Не хотели, говорят. Не готовы к 7 утра. Да, ребята, не родители. Семьи, как будто. Спасибо. Ну, можно спросить?
7 утра. Для чего? Потренироваться. В 7 утра. Я в воскресенье в 7 утра самолет в Дубай. 7:40. Молодец, правильно. Знаешь, 6 придется. Видишь, в воскресенье в 7 утра. Да, 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 оба уставшие. Контент хороший. Да? Он такой. Кто пытается атаковать? Дурак, давай. По прямой бы открыть. Прям зашла. А вот это вот мой основной косяк. Yeah.
Заткнись, заткнись, надо чуть-чуть поработать, да? Чтобы мы держали руки и отбивку раньше, не ждали ее вниз и сильно отщелкивали, да? А раньше ее включали. Где сможешь? Вытираем. 5 минут отдыхай. Или сколько там? Итак, очень много розыгрышей, прям хочешь его отдохнуть. Ты даже не вспотел. Дышишь, дышишь, но не вспотел. Прямо то, чего я вас прошу. А ты как? Заграница, привет. Это же вся, что вы, привет. Давай, ты подышишь, отдохнешь, я разобьюсь, побросаем. Вообще, я тебе могу сказать так, прям можно перед игрой мочить, прям вот в теплой воде. Олег, а мы с вами учились падать? Да. Падать учились? Падать? На площадке. Готовьтесь, в воскресенье будем учиться падать. Прыгать рыбкой. Побольше. Мы научились бить впереди себя. Я молодец. Thank you.
Попал. Бывает. А вот сейчас скорее аут. Скорее аут. Зачем вот снизу, да? То же, что я говорил, чем низко на сетке выходим. Простые все удары, очень.
Через левый задний, не первый раз срабатывает. А на следующий есть вопрос. Нет, ну там Вова хорошо пробил, как бы. Или защищаться. Налево же отыграли, да? Зачем направо опять переводить аккуратно? Да? Ну, все еще раз налево выкинуть человека через голову. Рука же завалится. Да, а вы переводите через правую сторону. А здесь рука открытая, здесь удобно с вами играть. Так, сетка. Все проиграно на сетке. Очень простые вещи. Ну, вообще просто играть. Значит, центральный стоит и ждет, он там ничего не делает. Оттуда не выйдет ничего острого. Сзади он неплохо отыграл. А вот давай, давай. Рано, еще рано. У нас еще часик. Еще вам играть, не играть. Вот опять, да, мы выходим и ждем, опускаем вниз. Мы должны на него идти. О, это хорошо. Это хорошо. Но тоже чуть-чуть издавало. Вот я бы сантиметром по 15 вперед припаял бы туда же кругом такой. Вот, 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 вот. Сейчас хорошо. Сейчас впереди. Thank you.
диагональ. Я бы того сотки ударил. Смотрите, не дождались его внизу. И потом воткнули в сетку. Ну, блин, лучше раньше его встретить, пускай он бежит. О, вот примерно как сейчас Вова сейчас встречал, да? Он раньше встречал. Попадешь, уже там совсем другая история. Thank you.
здравствуй, Вова. А ты не просто забивай. Стоп, 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 внимание. Вот так, внимание, задание. Сейчас надо подержать. Подержать и покачать. Точно. А вы освободили код? Или еще играете? У нас до 11. А, все. Я просто рушить, что-то я думал. Мало ли. Не, ну если мы говорим про хорошую геометрию. Опять мы опустили вниз. Thank you.
жестко. Хорошие годы, мне понравилось. Везде на опережение. Thank you.
видео всего 7 минут, по-моему, если пальцы. Небольшой. Там есть много чего. Все, мальчик. Thank you.
сказать, Thank you.
Oh!